Здравствуйте, это программа «Республика традиций». И в этой передаче мы знакомим вас с самыми разными интересными обычаями и традициями народов Карачаева-Черкесии. Сегодня мы находимся в станице Исправной. И здесь, в честь годовщины образования Кубанского казачьего войска, пройдут конно-спортивные выступления, а также казачьи игры. Но перед этим казаки станицы встретят гостей. Откуда эти гости, мы сейчас с вами узнаем. Едет сотня казаков великачей. А вот и долгожданные гости. 10 всадников, представляющие казачьи общества Краснодарского и Ставропольского краев. Их встречают, как и полагается, по казачьим традициям, с хлебом и солью. За спиной более 30 километров и около 8 часов пути. Приветственные слова сказаны. Теперь в путь. В Исправную, где на площади их ждут старейшины станицы, представители администрации и многочисленные жители. Испокон веков мы были вместе. Наши станицы, наши отделы входили все в этот отдел. Сегодня идет конный переход, делаем. По возрождению казачества, показать, что мы все-таки есть, нас не уничтожили. Мы чтим память наших предков, чтим все. Сейчас делаем конный переход. Приехали к нам гости терские казаки из Зарачеводска. И делаем конный переход со станицы Надежной нашего района и в станицу Исправную. Владимир Михайлович, нам бы хотелось, чтобы ты песню спел за нашу станицу. Передовую. Да, за нашу любимую станицу. Но она как бы и не такая уж. Своя да, песня. Она бардовская песня. Да. Собственного сочинения. По Урупскому ущелью вдоль реки передовские лихие казаки едут, скачут, житуют, дом зовет. И далекий у казака был поход, гуляй, казак, во чистом поле, ковы трава, твоя родня, твой добрый конь, кинжал каленый, светлица бурочка твоя. Службу царскую он нес в чужом краю, долг военный все казаку по плечу, и теперь спешить он в дом отца. Долг военный он исполнил до конца все. Этот конный переход бравые казаки посвятили 320-летию со дня образования Кубанского казачьего войска. Маршрут всадников проходил по нескольким станицам. Подгорная, Спокойная, Надежная, Передовая, Удобная, Исправная. Мы решили пройти конным походом, чтобы показать как бы себя, показать, что казаки помнят друг друга, знают, хотят общаться и хотят еще общаться и с другими народами на хорошей как бы, почве, да, чтобы мы не что-то там делили, да, а наоборот, общались, дружили и взаимодействовали. Алексей Яковенко – кубанский казак, который всей душой болеет за будущее сословия и всего народа. Он один из организаторов конного перехода. Молодой человек считает, что сейчас самое время возрождать казачьи традиции. С ним согласны и все остальные участники перехода и доказывают это на деле. Мы возрождаем традицию куначества. Эта традиция заключается в том, что, вот, например, лично ко мне там, с Верхней Балкарии приезжает налито мальчик, которого я воспитал до такого состояния. В следующем году он поступает в военное училище и как бы прикладываем усилия. И я уже горжусь, что вот, в результате нашей дружбы с его семьей получается такой результат. Хотелось бы эти традиции, чтобы они продолжались. Наши дети ездят на воспитание в села там, вот, Верхней Балкарии, Кабарды. И тоже очень много интересного подчеркивают для себя. Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает свои традиции и обычаи. Для них товарищество и дружба – главные обычаи, а гостеприимство – закон. Болею душой не просто там за казачество, да, а именно за казачий народ, потому что казаки – это прежде всего народ. Это так изначально было, испокон веков. Вот. И традиция, так скажем, хотим, чтобы это мероприятие стало традиционным,
чтобы здесь были не только казаки, да, но и представители других народов Карачая, Черкесии, чтобы у нас какое-то было организованное взаимодействие и продуктивное, да, так скажем, на благородной почве, да, потому что и те, и другие, и казаки, и горцы любят конный спорт, любят коней, любят вообще спорт, поэтому нас можно объединить только на таких мероприятиях. И надеюсь, что как бы конный спорт будет, в принципе, развиваться, потому что я сейчас работаю, так скажем, временно в Москве, да, активно состою в Федерации конного спорта, Федерации конно-спортивной джигитовки, и неоднократный участник чемпионатов России по джигитовке, поэтому нам есть что показать, и есть, может быть, чему даже поучиться, мы бы хотели, да, увидеть что-то здесь еще и со стороны других, как бы, и казаков, и горцев, и так далее, да, там, представителей других народов. Вот, мероприятие у нас, так, в принципе, посвящено, оно больше созданию именно наших станиц, 6 станиц, в том числе станица Исправна. Сейчас 5 станиц находятся в Краснодарском крае, в Отрадинском районе, это передовая, подгорная, удобная, спокойная, надежная. И вот 6-я станица, которая была также основана в 1858 году, сейчас в Карачаево-Черкесии, станица Исправна. Вот, мы постоянно дружим с казаками, общаемся. Казаки – народ православный, поэтому все наши традиции, они исконно складывались на канонах православия. Вот. Так было, и так сейчас и есть. То есть 26-й год идет процесс возрождения казачества по всей России, кубанского казачества в том числе, потому что 70-летний геноцид, который подарила советская власть, казачество, оно, конечно, огромный урон принесло казакам как народу. Поэтому сейчас процессы идут эти очень непросто. Но, тем не менее, огромные усилия при этом люди прикладывают, а в последнее время особенно. И цель этой акции – это именно вот мирные отношения, куначество возродить. Ну а так как я с Отрадинского района, а он исторически входил в Батово-Пашинский казачий отдел, поэтому, естественно, это братья-казаки, которых мы всегда поддерживаем, и всегда поддерживаем братские отношения уже много лет с ними. Все это делается прежде всего ради подрастающего поколения, говорят казаки. По мнению атамана станицы Исправной, традиции братства должны укрепляться. В следующем конном переходе примет участие гораздо больше казаков, уверены они. Без прошлого нету будущего. Если человек не знает своего прошлого, кем бы он ни был, казак, русский, нагаец, азербайджанец, там, кто бы он ни был, если он прошлого не знает, он будущего не сделает. И мы обязаны старшее поколение передавать свои традиции, обычаи. Это культура, это быт. Мы обязаны передавать молодому поколению это все. Ну, мы считаем, вот как уже здесь сегодня сказали, что нужно молодежь воспитывать в добрых традициях, неважно какие это традиции, казачьи, у каждого народа достаточно своих традиций. И вы знаете, сейчас основная проблема молодежи, может быть, даже не наркомания, а пьянка, это гаджеты, планшеты и прочее. Ну, хотелось бы показать молодежи, что есть старые добрые традиции, которые можно соблюдать, приучать к здоровому образу жизни. Казак без лошади не казак. Наездники продемонстрировали станичникам мастерство джигитовки, еще раз доказав, что основы воспитания казака не изменились. Бережное отношение к традициям и впредь останется главной задачей казачьего общества. Лошадь, как и для каждого воина, конника, это первый друг всегда был, конь. Потому что казак с конем рождался, и с конем и умирал. Вот, особенно вот яркие примеры – это исход казаков из Крыма, когда кони бросались за казаками в воду, когда казаки бросались с кораблей, не хотели бросать своих коней, погибали и те, и другие. Поэтому это яркий показатель взаимоотношения казака и коня. В том, что казачьим традициям и обычаям свято следует и в наши дни, мы убедились и в станице Кардоникской, но уже в другой день. Нам это доказали участницы фольклорного ансамбля «Маричка», которые не только исполняют обрядовые песни-частушки, но и сохраняют старинные рецепты казачьих блюд. Ну а процесс приготовления свадебного каравая для них не просто так испечь пирог, а целая церемония. Процедура приготовления очень сложная, поэтому ее доверяют самой старшей и опытной казачке. Развожу дрожжи.
Вот у теплой водички развела дрожжи. Выливаю дрожжи сюда. Бью яичко. А значение имело, вот когда нужно было все это делать, утром или вечером? Ну, это делается с утра. Угу. Конечно, чтобы подходило этот, ну, чтобы быстрее там этот. За один день до свадьбы или нет, как? Нет, нет. Раньше пекли каравай заранее, где-то в четверг. Собирались все, пекли каравай и пекли шишки. Угу. Каравай – это свадебный, это для того, чтобы молодые в день свадьбы, когда идут дары, сват берет на голову вот этот каравай и несет это гостями, несет это перед гостями вот этот каравай вот так вот и три раза крутится. Разрешите, бояре, каравай принести вам там или разрезать. Да, с миром раздать. Раз, покрутился. Потом опять, старосты, перестаросты, разрешите каравай с миром раздать, опять крутится. И третий раз, старосты, перестаросты, это мужчины, разрешите каравай с миром раздать. И вот этот каравай с калиной потом ставить на стол перед молодыми, и потом свашка и сват, они разрезают, хотя вот эту с каравая, с большого, вот эту серединку вырезают и обязательно дают молодым. Они молодым отдают. Остальной каравай режут. Также вот это было по-старинному, режут, и кто подходит дарить, вот, к примеру, поздравлять молодых, они подарили, там обязательно же, это самое, на подносе там рюмочка, они подарили, поздравили, и им обязательно этот каравай. Но сейчас на свадьбах следуют этому обряду или что-то изменилось? Нет. Ну, сейчас следуют, вообще-то стараются вот именно в казачьих станицах следуют. Просто, может насколько быть, я знаю, невеста и жених подходят и отламывают, и кто это побольше... Это хлеб. Да. А это... в чем разница? Нет, каравай это именно дают молодые... Гостям, когда дарят. Они в день дарения, это в день дарения, когда в день свадьбы, когда уже они приехали с регистрации, когда уже сели за столы, и вот объявляются дары свадьбы. И вот тогда они дают по кусочку каждому гостю, по кусочку этого свадебного каравая. А шишки пекутся для того, чтобы вот именно в четверг тоже приглашается, едет свашка, сват отдельно, вот платочек обыкновенненький, туда на платочек ложится вот эта шишечка, заматывается, и едут стучаться в каждый двор, где приглашенные, и шишечку эту, вот она завернутая, приезжают на стол, раскладывают, показывают эту шишечку, и вот «Батько-мата прислали вас, приглашаем вас на свадьбу». Ну, это ж раньше по-казацкому. Приглашаем вас на свадьбу. Ой, спасибо, там и с этой шишечкой объезжают всех гостей. Одной шишечкой приглашают, и вот эту шишечку потом приносят домой. А свадебный каравай в день, ну, дарения всем раздают. Ну, бывает один, и два, и три, смотря сколько гостей. Свадебный каравай издревле считается символом будущего семейного счастья. Поэтому вдовы, разведенные или бездетные женщины не привлекаются к этому делу. Я смотрю, тесто у нас уже готово. Что дальше? Ну, дальше сейчас будем лепить свадебный каравай. Вот у нас наши додельницы, да у нас все девчонки-додельницы, покажут нам, как раньше лепили свадебный каравай. Ну, только сковородку не трогайте, подождите, надо положить хмель. Это для запаха, для красоты, чтобы все было хорошо у молодых. Ну, а теперь, девчата, давайте лепить каравай, но с песнями, старинными, обрядовыми, свадебными. Запевайте, лепите. Лепите, тетя Лена. Матери, лепите. Тетя Лена, лепите. Oh!
Круглая форма свадебного каравая символизирует солнце и предвещает богатую счастливую жизнь. Традиционное украшение каравая – плетеные косички. Позже появились розочки и листочки. А давайте еще свадебную. Всегда, вот когда лепили каравай, сопровождалась свадебными, старинными, обрядовыми песнями. Женщины очень много знают. Вот спели несколько. Еще давайте пройдем по улице, пройдем по широкой, тетя Вера. Пройдем мы по улице, пройдем по широкой. Закончилось, можно отправлять в печь? Да нет, еще самое главное — две шишечки. В одну шишку ложить деньги медные, чтобы молодые не были бедные. В другую шишку будем ложить серебро, чтоб молодым было добро. Кроме каравая, мы решили приготовить и свадебные шишки. В старину жених или невеста с подружкой приглашали на свадьбу людей не с помощью открыток, а вручали специальную сладкую выпечку будущим гостям – шишки. Каждый человек, получивший такое приглашение, должен был обязательно явиться на свадьбу. Во-первых, они удачные, они должны, тесто же замешивают, как на каравай, чтобы плотное было, тугое. Они тогда, знаете, прям отделяются, прям вот. Вот, прям вот отделяется тесто, да, в готовом виде. Если не подгорело, это очень хороший знак на свадьбе. И чтобы вот тут подрумяненное было. Значит, хорошая жизнь. Вот это расплывается. И свадебный каравай, и шишки готовы к отправке в печь. Кстати, в Карданике многие казачки в обиходе все еще используют настоящую русскую печь. Ну а теперь по старинному обычаю, тетя Маш, также вы учили, рассказывали, что в одну шишку нужно ставить свечку и в другую свечку. И вот хозяечка затыкает, то есть поджигает эти свечечки и ставится в печку каравай. Это для того, чтобы осветил каравай огонь, для счастья молодых. Это очень старинный обычай. Давайте старинную, загребай мате жар. Загребай мате жар, жар, загребай мате жар, жар, кобытами дочку жар, жар, кидаю пельдрова, оставайся здорова. Спустя 3 часа все уже было готово. Наш свадебный каравай получился большим, красивым и сдобным. Песня казачья. По деревне йде казачок. Народному фольклорному ансамблю «Марічка» более 40 лет. В репертуаре ансамбля более 300 казачьих, украинских и русских народных песен. В коллективе трудится 15 человек, большая часть которых уже давно вышли на пенсию. Спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо за теплый прием. Все было очень красиво, интересно. Это была программа «Республика традиций». Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.